поднял автомобиль. Вот наша раздаточная коробка. Вот пробка залива и уровня. Головка на 24. Масло, уровень. Откручиваем сливную пробку. Она находится у нас снизу сбоку. Головка также на 24. И сливаем масло. Здесь магнит, и как видно, он волосатый. Чистим его. Масло слилось, облачку магнитик помыл, закручиваем на место сливную пробку. И заливаем масло. Масло будем использовать Mobil 75V90, полная синтетика. Если его заказывать, номер его идет 152-659. Заливаю его в нагнетатель и нагнетаем его в раздатку. Все, масло налили. Закручиваем пробку. Подтягиваем пробочку. Опять же, здесь до безумия тянуть не надо. Вытираем масло. И на этом все. Замену в раздатке мы закончили. Всего вам доброго!